Поселок Лоскутовка Попаснянского района приходит в себя после обстрелов боевиков. Напомним, вечером 2 марта 18 снарядов террористов разорвались в поселке Лоскутовка. Стреляли около получаса. В результате обстрела выбиты стекла на территории северной фильтровальной станции и трех зданиях на территории аварийно-спасательной части МЧС. Жертв и разрушений нет. Наш корреспондент Валентин Сычев побывал на месте события. Подробности далее. Жители Лоскутовки и близлежащих поселков более двух лет не слышали разрывов снарядов и мин. В ночь на 3 марта они снова испытали страх за свои жизни. 22:40 первые снаряды упали возле северной фильтровальной станции. Сначала собака запрыгнула, в будку залетела, дверь открыл до меня, и под стол побежал, и под это. А потом мне на руки прыгнул, говорю, что ты делаешь, куда ты это? А ну бегом, короче, а потом секунд 30, и начались вот два первых, потом четыре, потом два. Взрыва. Я думал такое, что и будка завалилась, такое ощущение. Сразу на пол упал, собака под меня, то я хотел выбежать, но не получилось, а потом осколки летят, я улег на пол и лежал. Василий ранее служил в Афганистане. Ему вновь пришлось вспомнить все действия во время боя. В результате обстрела выбило стекла в сторожке, в машинном зале станции и сорвало болт, на котором закрывали въездные ворота. Всего упало 9 снарядов. Спустя некоторое время еще 9 разорвалось на территории на пустыре рядом с аварийно-спасательной частью. Мы подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны Первомайки, Калинова. Определить точно невозможно. На территории аварийно-спасательной части насчитали мы около 9 воронок. Воронок разорванных. Пострадали наши будивли, это здание санчасти нашей и два дома. Люди все живы, целы, техника цела. Дети со страхом вспоминают ту ночь. Прятались от обстрела в подвале. Я слышала, очень сильно громко было и очень было страшно. Мы все прятались в погребе и снаряды падали. Мы видели большой снаряд и все снаряды падали по части. Леонид живет в Мирной долине, которая находится недалеко от Лоскутовки. Говорит, грохот слышали и там. Снаряды пролетели мимо их поселка. Слышно было, что стреляли. А что стреляло, как стреляло. Люди прятались, это все страшно, конечно, все. Чудом снаряды не попали в фильтровальную станцию. Тогда бы разрушений было больше, да и весь Попаснянский район мог остаться без воды. Выходные прошли в Лоскутовке в тишине. Валентин Сычев, Роман Царевский, Подии.